Добрый день, друзья. Добрый день. Игорь Жабский представляет. Сегодня 20 мая 2018 года. Мы с семьей приехали в ботанический сад. Тут праздник какой-то японский. Вот я зашел в ботанический сад, в оранжерею. Немножко похожу, покажу вам оранжерею. Вот у нас тут, у нас черепахи. Черепахи. Смотрите, пальцы пооткусывают. Это я знаю. Один дяденька ее прям взял. Да. Только вот зачем? Не надо, не трогайте. Да не, мы пошли дальше по оранжерее. Мы тут с Дениской. Дениска где-то бегает по дорожкам. А мы с вами прогуляемся по оранжерее. Вот какое-то растение. Сейчас посмотрим, что это за растение. Вот что это. Алаказия толстостебельная. Вот такая она. Пошли дальше. А, разрешите? Вот у нас какие растения. Жаль, что я не биолог, не знаю. Вот они какие тут красавицы. А мы сейчас так прочитаем, тут ничего не видно, а вон там что-то есть, по-моему. Это, я так понял, бананы зелененькие. Пошли дальше. Вот мы заходим на мостик. На мостик, тут внизу пруд, и золотые рыбки плавают. Вон они. Юля, не иди сюда. Не дай бог не уйдет. Плохо видно. Пошли. Рябит. Пошли, пойдем дальше. Сейчас посмотрим. Вот Дениска. Дениска! Пойдем кактусы посмотрим. Нельзя на мост. Вот тоже какое-то у нас эфирное дерево. Здесь эфирное дерево, какая-то пальма. Пальма. Посмотрим кактусы. Вот такие вот кактусы. Вот красавец. И вот красавец. Такая вот коллекция кактусов. Всякие пальмы. Хорошо, конечно, если кто сопровождал из ботаников. Не надо на цветочки наступать. Вот какие вот цветет. Кактус, и вот цветет кактус. Тут пальмы, дети вон упали. Тут все снимают. Всем интересно. Да, пойдем. Наталья Анатольевна, а у вас есть один рукопись? Конечно, сейчас. Такие вот красивые какие-то цветочки. Это у нас ягоды.
Это у нас что? Палисота Швейнфурта. Вот такая вот. Вот мы ее название читаем, да? Больно, конечно. Вот такая вот красота в оранжерее. Не надо, Денис. Там черепахи. А вот прямо иди. Направо, направо. Вот Денис до черепах добрался. Видишь, какие черепахи? Видишь, какие черепахи? Что это за шарик? Это цветочек какой-то. Вот попугайчики. Пойдем по этой оранжерее, посмотрим. Здесь цветочки. Вот какие. Вот какие цветочки. Так что вы вместе со мной прогулялись по оранжерее Владивостокского ботанического сада. Как говорится, не выходя из дома. Сейчас покажу, вот еще какое-то растение интересное вон под потолком. Вот под потолком. Вот какое-то интересное. Вот и все, друзья. Походили мы с вами по оранжерее. Пока.